Трофейная победа, титульный матч – это всегда ажиотаж и как бы дополнительная ответственность. Поэтому девчонки молодцы, хорошо сыграли, собрано. И очень видно было большое желание, установки выполняли. И как бы даже практически не приходилось корректировать. От первого до последнего розыгрыша собрано сыграть. В концовке там немного уже, наверное, почувствовали, что победа в кармане, и где-то пришлось даже замены провести. А так, очень неплохо сыграли. После проигрыша Спарты мы очень долго настраивались. Вообще непонятно, какая игра была со Спарты. Вот, мы собрались. У нас просто была такая провальная и плохая игра в предыдущем туре, и в котором не получалось ничего. А сегодня у нас получилось все. Мы набрали очень много очков на блоке, у нас хорошо летела подача. То есть, и ты играешь против топ-команды, когда нельзя сказать, что это там, ну да, что-то не получилось у соперника, но мы были в огне, и хочется вообще до конца сезона пронести вот этот настрой, искру, внимательность вообще на все наши победы. Вообще, на самом деле, со вчера началось, и вчерашняя тренировка тоже показала боевой настрой, и сегодня выход с первого мяча – это нечто феноменальное, потрясающая игра, 3-0. Удивительно вообще, просто без слов вообще. Ой, я серьезно настраивалась. Я обычно здесь хихихаха, а сегодня такая сидела, прям настраивалась серьезно, прям очень хотелось выиграть. Наша концентрация и внимание, которые смели в Локомотив, это прям прекрасно. Я подумала про себя, то, что мы должны обязательно хоть какой-то суперкубок привезти, поэтому мы сделали сегодня это.